Друзья, в общем, все, пришла пора раздавать кофеварки, подарки, билетики и все остальное, поэтому давайте приступать. У нас их сегодня очень много. Во-первых, по порядочку. Во-первых, это кофе-набор. Во-вторых, подожди, кофе-набор. Кому? А, ну давай. Мы решили, посовещались и приняли решение, что кофе-набор замечательного кофе Жакей уходит к Наргизе, которая сегодня, у которой сегодня был дебют. Так что мы вас торжественно поздравляем, Наргиза. Ждем вас в нашей, ну, студии. Все правильно, забирайте, все верно. Продолжение. Вот эти два билета на 7-й сезон Тома-шоу достаются нашей телезрительнице по имени Рахат, которая позвонила к нам в первом часе и рассказала нам про объект счастья. Маленький сладкий комочек, который помогает ей. За ее жизнеутверждающее йоху. Да, йоху. Оно было действительно стоящим, поэтому, Рахат, приходите, забирайте билетики и наслаждайтесь хорошим просмотром. Ну и, наконец... Что бы вы думали? Да. Конечно же, маленькая стеклянная штучечка с бумажечками, благодаря которой мы выясним, кто же станет победителем и унесет отсюда сегодня свою кофеварку. Итак, нет наших имен там. Что? Предоставишь мне возможность? Конечно, нет. Да, конечно, сделай это. Только надо закрыть глаза. Все, я закрываю глаза, перемешиваю. И достаю телефон. Телефон, имя ты достаешь. Телефон, имя. Это кто? Так, закрываю последние циферки. Это Салтанат. Салтанат. Да, Салтанат. Написано Лейлек. Позвонили, дозвонились... Ну Лейлека? Что, нам в Лейлек придется уехать кофеварки, и мы на самом деле не то что не напрягаемся, мы счастливы того, что география наших победителей неизменно растет, и ура, 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 у нас все получилось. Очередная кофеварка нашла своего победителя, чему мы несказанно рады. Несказанно рады.